Ребятки и девчатки, всем привет! Мы находимся в Питере, в зале «Алмаз», а это значит, что со мной рядом Алексей Лисуков. Привет! Здорово! Ой, Лёх, давно я очень хотел к тебе заехать, увы, не всегда получается. Давно мы планировали это сделать. Давно планировали, да, но так уж случилось, что ты, как уже несколько суток являешься молодоженом. У нас свадьба произошла, отгуляли немножко, да? И сегодня покажем, как ты это назовешь, эту тренировку? Ну, я назову... Нежненькая тренировка груди. Да, наверное, та тренировка, которая необходима, когда у тебя нет совершенно режима. Ага. То есть так. Когда у тебя совершенно нет режима. Да, когда у тебя постоянные разъезды, какие-то проблемы, то есть, в общем, когда ты не можешь сориентироваться на постоянный план питания. Просто как бы это почувствовать, что ты еще живой. Да, скажем так, почувствовать, что ты живой, и в принципе постараться удержать всю ту мышечную массу, которую ты не хотел бы потерять. Угу. Постараться. Что... Постараться. Поэтому мы сегодня постараемся. Ну и вы с нами. Погнали! Вообще обожаю пищу. Еда – это круто. Лёха, ты так просто не разминаешься, да? Там плечами не крутишь, ничего не делаешь, только уже непосредственно на тренажере. Оно у меня получается малоамплитудное, особенно плечи, там вращение руками вперед-назад. Ты уже не можешь себя растянуть так, как тебе надо. И поэтому я чаще использую уже очень маленькие веса, ими разминаюсь. Аккуратненько опускаю, делаю полную амплитуду. Как только мышцы становятся эластичными, разогретыми, я уже начинаю просто навешивать веса. Ты это сугубо с точки зрения травмоопасности, да? Я не могу сделать полную амплитуду сустава без веса, да? Как бы это все-таки адаптация суставов, мышечных тканей, боли, они в тонусе. Они, просто, скажем, это для меня пустая трата времени, как я считаю. Такие качки уже качаются с маленькими весами. Не, на самом деле, вот если бы мы показали мою тренировку, которая в режиме, да, вот как бы вообще я тренируюсь, многие бы, скажем так, для любителей вообще бы она не подошла, потому что, скажем, я не вешу уже большой вес там на жим лежа, я делаю его всегда, но я делаю его вторым уже упражнением, и я жму там 200 на 20. То есть вот так, вторым упражнением, то есть, скажем, в целом, как бы там, да, все тут, так, даже на 8 раз взять уже побольше, я уже грудь так не качаю, то есть, скажем, поэтому это был бы сумасшедший дом. Когда я начал жать 210, я почувствовал, что действительно веса, которые уже растут за грань 200 килограмм, тогда на первый момент, когда... вообще новые веса, которые ты не делал, ты всегда берешь, твои мышцы стабилизаторы не справляются, допустим, грудная даже справляется, и ты чувствуешь, тебя шатает, тебя трясет, за счет этого создаются такие вибрации, что ты неуверенно жмешь, постоянно у тебя движение по какой-то траектории не той плоскости, которой надо, и я всегда... снизил вес сначала, когда дошел до 210, снизил вес, начал делать с паузой, она мне дала как бы уверенность в том, что я точно не травмирую грудную мышцу, и как бы дальше уже диафрагма, она адаптировалась, и я кладу их спокойно, я не задыхаюсь, то есть четко сохраняя дыхание. Я положил, я почувствовал уверенность, я положил, я чувствую, если я нормально жму, без проблем, она хорошо растянута, я выжимаю, опять положил, опять сконцентрировался, выжил. Если какой-то эксцесс бы произошел, скажем, я опустил, и я чувствую дискомфорт, что явно что-то не так. Я его всегда попросил страхующего ее поднять, как бы. Ну,
к счастью, такого никогда не происходило. И, в принципе, этот джим у меня остался вот как-то так. И у тебя, ну, я-то знаю, да, для зрителей, везде, в принципе, такой подход. Ты всегда занимаешься в безопасном вот этом режиме. Да. То есть, таким так, образом, вот при всех твоих объемах ты никогда ничего так, грубо говоря, не травмировал, правильно? В принципе, было дело только ноги, но, скажем, это был небольшой надрыв на левой части ноги у меня. Да. Когда? 2010 год, когда я выступал на Arnold Classic в Америке, это первый Arnold Classic был, за 3 недели до него. Но это было не из-за техники движения, это было по некоторым другим соображениям, ну, причинам. Разгар сушки, не было. Разгар сушки, да, тоже обезвоживание. День был такой очень непростой. У меня Наташа сдавала в фитнес-хаусе экзамен в этот день и как бы напрягала следующими вопросами. Я иногда писал ей ответы, когда она сидела в бланке, да. Вот, и да, я немного отвлекся, но это было не страшно. А как ты думаешь, вообще можно себя обезопасить от этого, да? Вот все равно, вот все мы живем в реальной жизни. Понятное дело, что в теории нужно прийти в зал, отключиться, да, и сконцентрироваться именно на работе мышц. Но не всегда это получается. Всегда тебя бывают какие-то вопросы, да, мучают. И именно тогда стоит как-то, может быть, сбавить нагрузку. Вот как ты как думаешь, можно на 100% застраховаться, нет от этого? С медицинской точки зрения, это просто нарушение водно-солевого баланса, скажем. Ты посидел до этого в сауне, или ты не как бы соблюдаешь питьевой режим, да, и там... Многие люди же... эти там нутриентов недополучают. Да, да, или, допустим, наелся соленого, пришел, у тебя водно-солевой режим поменялся, эластичность мышц стала гораздо хуже. Ты этого не запомнил, пришел, начал жать свои веса, а, допустим, если у тебя еще безрежимное идет, почему вот тренировки, они делятся на режимные и безрежимные, допустим, у меня. Да, потому что, как бы, когда ты не соблюдаешь режим, это зона риска повышенного травмы. И ты не замечаешь, что действительно люди делают, при мне даже травмировались, люди делают свой стандартный вес, и просто ни с того ни с сего что-то у них треснуло там, и начинаются такие проблемы. Скажем так, если ты в режиме, это ты снимается на минимум. Ну, соответственно, ты дозируешь правильно тренировку, нагрузки. Это сводится на минимум, но риск есть на самом деле, потому что все-таки, особенно у профессиональных атлетов, потому что когда ты тренируешься с огромными весами, у профессиональных атлетов отсутствует инстинкт самосохранения. Когда обычный человек... Усталость, наверное, накапливается, да, которую ты не можешь почувствовать. Да, да. Именно не та усталость, да, психологическая, а именно физическая. Да, любой, наверное, профессиональный спортсмен к концу недели чувствует, что он, что-то я устал. Потом вроде бы опять идет выходной, он как бы восстанавливается, и опять начинается неделя сначала, потом опять подгоняется, да ни хрена себе. А веса-то растут все время, ты прогрессируешь. Поэтому, когда обычные люди приходят и жмут ногами и говорят, все, я больше не могу, а еще там в запасе 10-15 повторений, ты думаешь, да ладно. Вот это инстинкт самосохранения у них остался, конечно. Собственно, почему я выбираю вторым упражнением в этом тренажере? Потому что, опять же, тут плоскость движения ограничена собственным тренажером. Это не дает нагрузки на мышцы-стабилизаторы. Только на участок груди, который вы хотите задать. Поэтому это идеально подходит, когда у вас безрежимный тренинг. Ну, тренажер можно назвать хаммером наверх груди. Да, то есть мы начинали с горизонтальной поверхности на общий массив груди. Теперь смещается нагрузка наверх груди. Но хочу сказать вам, что в Алмазе все тренажеры подварены, подстроены, так сказать, под Алексея Лисюкова, и нагрузка очень необычная. Я вообще всем советую, если вдруг в Питере будете, заезжайте в этот зальчик, чтобы почувствовать немножко иную нагрузку на группы мышц. Потому что это эксклюзив, здесь такого больше нигде не найдешь. Лёх, все, кто более-менее в теме, знают, вот на примере даже вот твоих остановок на жиме лёжа, да, знают, что у тебя свой такой подход. Ты ни на кого не равняешься, ты сам делаешь то, что считаешь нужным. И это тебя отличает вот от большинства качков. Но никто не знает именно, вот как ты все-таки тренируешься, какой у тебя сплит и делаешь ли ты на что-то приоритет, может. Вот икры хронически я привык качать уже 2 раза в неделю, потому что только так они растут, очень медленно, но они растут. Вот.
А, соответственно, ну, сейчас очень большой уклон идет на спину, потому что все равно спиной как бы ее очень много не хватает. Тем более... Последний сезон, да, ты посмотрел, да, что... Да, то есть вроде бы она растет, добавляет, но не хватает этой толщины и спины, то есть еще очень много добавлять, потому что там... И как ты этот приоритет ставишь? Более часто, может быть, будешь тренировать или... Да, у меня все равно получается две тренировки спины в неделю. Просто одна тяжелая, другая более легкая. Допустим, если у меня тренировка спины идет легкая, это обычно всегда плечи. Просто плечи идут первыми, потом идет тренинг легкой спины, соответственно. Когда базовый тренинг спины, у меня идет она первая, и, соответственно, она там участвует только одна. Ну, а все остальное по одному разу в неделю или как? Да, стандартно. Грудь, бицепс, рук. Ноги, ну, ноги как бы один раз в неделю, больше ты их никак не прокачаешь. Да, я разделяю там квадрицепс и бицепс бедра, да? Да, я разделяю, приукрасилять. А бицепс бедра с чем тренируешь? Или тоже отдельно? У меня идут бицепс бедра, нет, он идет полностью, просто там чаще всего задействуются в последнее время и ягодичные мышцы, и нижняя часть поясницы, продольные мышцы спины. То есть так. Вот, совсем недавно, да, пару лет назад, я помню, что ты был, делал акцент на плечи, да? Да. И действительно, они у тебя конкретно подросли, прям стали преобладающие, да? Ты как их тогда тренировал? Тоже более часто? Тоже два. Они у меня шли где-то на протяжении 3 лет 2 раза в неделю. Тоже. Тоже тяжелая тренировка. До тех и легкая. Пор, пока у тебя не стало 3 головы. 3 головы, да. Но все равно добавить все равно немного надо. Ну, как бы задняя дельта меня больше радует, чем надо. Да, да, да. Ну и такой в подведении итога, да, наверное, универсальный совет. Более частый тренинг для отстающих мышц. Ну, да, скажем, всегда его, допустим, тоже люди приходят, говорят, вот у меня отстают какие-то группы мышц. Действительно, их нужно тренировать чаще, да, скажем, 2 раза в неделю. Но при одном условии, если у тебя действительно при этих тренировках 2 раза в неделю веса дальше растут или растут повторения, то есть когда прогресс идет, чаще всего люди начинают качать 2 раза в неделю мышцу или 3 раза в неделю мышцу, какую-то одну группу мышц. Но они не следят за своими отягощениями и повторениями, и часто стоят просто на месте, ну, да, и она может просто разрушаться. Это не показатель, то есть частота тренинга – это не показатель. Да, самый да. основной показатель – это следить за прогрессом. Да, это прогресс весов, отягощение при сохранении, конечно же, опять же, техники. То есть несколько условий складываются в одно, но факт один – больше вес, больше повторений. Какие вопросы тебе задают чаще всего? Вот какой-нибудь такой вопрос именно по тренингу, который вот чаще всего люди задают, может быть, вот не такие вот, как бы, знаешь, избитые, как вот «Как ты так накачался?» или там «Что надо сожрать, чтобы так накачаться?» А именно вот тренинга, может быть, касающийся техники. По тренингу? Ну, обычно нет самого часто задаваемого вопроса. Обычно все вопросы сводятся к тому, что кто-то что-то не чувствует или у кого-то что-то отстает и пытается узнать, как этого достигнуть там, да? Чаще всего там задняя дельта, там ноги, да, либо вот эти части, либо внутренние части, да, то есть я грудь не чувствую, вот, я беру там уже по 55 килограмм гантели, я не чувствую грудь, вот, я говорю, ну, ты немножко снизь тогда нагрузку и постарайся именно почувствовать, да, ну, уже там то есть не жми всем телом, чем можно. Да, вот основная проблема там, я чувствую только переднюю дельту, да, на груди. Соответственно, это говорит о том, что человек уже зациклен сильно на весе и не чувствует работу мышц. Здесь уже стоит сделать шаг назад, почувствовать мышцы, а потом... то и два, да, когда передняя дельта уже раскачалась, да, и, собственно, да. вообще не покачать грудь. Ну, как инструктора преподают, там, вот, допустим, начального зала? Они просто ведут тупо на тренажеры, потому что тренажер задает определенную плоскость движения, да, да, да. и как бы сам подстраивает технику, но они остаются только на тренажерах. Вот, поэтому вот такая проблема во Франции и Германии, да. Но я, собственно, чувствую, такая ликвидность интернета тоже становится, что у нас большинство людей начинают переходить больше... Не как накачаться, что ли, а вот именно какое-то волшебное средство, что принять, собственно, и какие-нибудь простые упражнения, которые бы тебя не напрягали, собственно. А как ты вообще думаешь, вот в связи с бурным таким развитием интернета, да, это плюс или все-таки минус? Потому что много и псевдотренеров, да, много снимают тренировок люди, которые, собственно, не должны этим заниматься, да? Вот, а такие ребята, как ты, допустим, они... Ну, не очень. Кстати, почему ты как-то не очень с интернетом? Я бы сказал, вообще не медийный пока что, как личность, да. Но это... Несмотря на всю твою популярность, да, ты не стараешься как бы делиться опытом. Раньше это была связана проблема в том, что так я все-таки больше занимаюсь как бы именно спортивной медициной и такой больше фактической точки зрения.
это вырезали, потому что это было очень сложно слушать. То есть очень сложно слушать терминологию. Я как бы уже более адаптировался, все-таки опыт. Я, то есть с обычными людьми, да, больше говоришь на их языке, да, как бы все-таки всегда нужно понять все-таки медийность и интернет. Ты рассказываешь должен больше популярно, как бы, да. Даже научно-популярный стиль многим не подходит. Я надеюсь, что в ближайшем будущем состоится мой проект. Мы тем более занимаемся этими планами. И да. И в целом, как бы, он будет активирован на людей, как бы, из продвинутой уже тренерской деятельности, для тренеров, и кто увлекается, скажем, уже, то есть, тоже самообучением, как бы, такой теории, и для 16-летних, то есть, скажем, не то, что для 16-летних, а кто только начал заниматься. То есть, так, мы постараемся адаптировать этот проект. Обалденный тренажер. Самое главное еще в этих упражнениях это правильно подобрать положение сидушки, потому что многие на самом деле ее либо слишком высоко поднимают, либо слишком низко, поэтому в таких тренажерах чаще всего чувствуют плечи. Поэтому говорят: что-то какой-то хреновый тренажер, пойду-ка я пожму гантелями, хотя они тоже там ничего не почувствуют. Это положение сидушки. В данном тренажере главное, чтобы она была на середине плечевой кости, то есть нижней части дельты. И тогда нагрузка будет идти идеально. Лёх, ну я так понимаю, основное преимущество блоков над гантелями – это то, что мы можем пиковую нагрузку некоторое время держать, да? Потому что если гантели мы свели, то тут нагрузку уже потеряли, да, вверху. Вот, а здесь мы можем немножко варьировать, да, времени. Ты на каждой тренировке делаешь или чередуешь с гантелями, с разводкой? Ага. Ну, скажем так, так как у нас безрежимный тренинг, да, сейчас, как мы говорили, действительно, мне нравится это упражнение тем, что ты делаешь движение и фиксация как бы в конечной паузе. Здесь она, соответственно, фиксирована, полностью сжата. И это упражнение мне нравится еще для того, чтобы она держит грудную мышцу в тонусе именно в медиальной части. То есть, если, в принципе, жимовое движение дает латеральную нагрузку, да, она становится круглой сбоку, то в центре, как таковой, тонус теряется, нету такой формы, да, грудной мышцы красивой. Да, 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 у большинства это как раз-таки проблема. Да. Вот здесь она фиксация, потому что локти сведены, нагрузка остается статичная, она идет в центр грудной мышцы. И второе, почему не гантели, потому что именно, опять же, безрежимном, да, тренинге, да, потому да, что гантели... Более безопасный вариант. Более безопасный вариант, нужно меньше отягощения, соответственно. И, соответственно, как бы тут, в принципе, плоскость, она ограничена, да, блоками. Это очень удобно. Так как тренировка груди, как вы уже поняли, не совсем тяжелая, поэтому мы еще включили трицепс. Начинаем с блока. Разгибание рук стоя у блока, во-первых, прямой рукоятью дает основную базовую нагрузку в целом на трицепс. Технически, в принципе, выполнение этого упражнения не такое сложное. Она задает определенную плоскость движения, хорошую концентрированную нагрузку и, в принципе, достаточно изолированное упражнение. Лёх, наклоняешь корпус, не наклоняешь? И тормозишь ли амплитуду?
Да, всегда обычно делаю фиксацию, но, собственно, когда я работаю в безрежимном тренинге и вес достаточно легкий, в принципе, корпус всегда у меня в прогибе находится. Когда очень тяжелые веса, тогда я дожимаю иногда. Угу. Про твою форму ходят очень много разных комментариев, да, каждый считает нужным... Каждый сезон. Каждый сезон, и каждый считает нужным высказать свое мнение, да. И я всегда всем говорю, что, да, действительно, на фотках, может быть, не совсем виден тот рельеф, да, но когда вживую, ты реально показываешь какую-то самобытность, да, такую наполненность мышц, как у тебя, никто не показывает. И, собственно говоря, места твои, да, выше, там, скажем, наших соотечественных всех, да, говорят о том, что когда ты смотришь и оцениваешь в реально, вживую, да, это другая картинка. Собственно, и судьи, да, я не думаю, что судьи там специально тянут тебя, да. Тем не менее, ты занимаешь... зарубежные, да? Особенно зарубежные, да. Тем не менее, ты занимаешь более высокие места. Но очень много есть недовольных, да, говорят, что там прослойка воды, там чуть ли не жир и так далее. Ты сам как относишься к своей форме? Ты доволен ей? И как ты видишь это в перспективе? Потому да. что есть такая мысль, да, что типа как ты бережешь там себя на будущее, да, вот расскажи, как из первых уст. Ну да, собственно, как бы, наверное, люди даже долго ждали такого комментария лично моего, да, в развернутом виде. Скажем так, своей формой я доволен. В целом, как бы, конечно же, прогресс идет из года в год, и он никогда не останавливается. И каждый год я в первую очередь выигрываю себя. По поводу моих мест, да, там зарубежных судей, скажем так, особенно профессионального бодибилдинга, они не заинтересованы, не то чтобы меня ставить как бы выше, да, там еще кто-то. У них своя политическая игра, и я только вхожу в этот вид спорта, и, соответственно, как бы подойти к Мэтли или Робину Чангу и поговорить с ним как бы за жизнь, да, его, чтобы он сказал, Леха, это наш парень, надо его поставить его поближе. Нет, такого на данный момент такого не происходит. Вот. Будем надеяться, что на данный момент. Да, как бы, нет, конечно, в дальнейшем будущем я тоже хочу. Я бы хотел бы, там, да, соответственно, чтобы к нам приезжали они почаще, и мы могли сесть все вместе, и даже, возможно, поговорить по-русски, а не на английском языке. Потому что я считаю, как бы английский язык не так выражает эмоции, что ли. Вот, ну не суть, да. По поводу формы и мест, да, как бы места ставят, да, действительно, вперед, и многие поражаются, блин, как так, я же смотрю фотографии, вроде бы, бодибилдинг такая сфера, которую нужно прийти и посмотреть вживую. Просто прийти, посмотреть вживую и насладиться этим шоу, потому что, как бы, стоят про-атлеты, они и так лучшие парни. А вот, и, соответственно, как бы, то, что меня ставят постоянно на места выше, как бы, это говорит не о том, что, как бы, некомпетентность судей, да, или их субъективность, или то, что я с ними в очень больших, как бы, дружеских отношениях, это дело в том, что действительно я лучше. Что касается, да, по своей форме 100%, да, допустим, я знаю, что я буду становиться из года в год лучше и лучше. А по поводу доведенности, скажем, определенной там ободранности, да, я же тоже не говорю о том, что да я же выглядел вообще суже некуда. Такого нету, как бы. Я прекрасно понимаю своих поклонников, прекрасно понимаю, как бы, как это можно сделать. Это несложно, потому что, как бы, все выходят, в принципе, и на областях таких турниров, как бы, ободранные, как бы. Вопрос другой, чем это чревато, да, как бы, и, скажем, вопрос в следующем, как это сделать, чтобы быть довольным, счастливым, здоровым и прожить долгую жизнь. По поводу межсезонья. Вот я помню по себе и по тебе, что каждое межсезонье, вот этот отрезок из максимального межсезонного веса и максимальной формы, да, он все меньше и меньше. Ты заметил, да, что меньше задерживается вода, да? У тебя последние межсезоны, они были не максимальные по твоему весу, да? То есть раньше ты был до 123 килограмм, да. А сейчас у тебя межсезон какой примерно? Вот 119-119,5, это вообще плотный межсезон такой вот. С каждым годом все труднее прогрессировать, или это уже организм адаптируется и уже меньше задержка воды происходит, и как?
Да в целом, как бы, скажем так... Нет прямой зависимости, да, от прогресса? Нет, есть. И прогресс, да, но даже, скажем, если не брать, вообще убрать в целом спорт, любой человек, скажем, с возрастными изменениями водно-солевого баланса, гормонального фона, любой человек становится более, скажем, да. Суше, да, суше не по тому плану, скажем, а вот кожа теряет меньше жидкости, да, за счет гормонального перестроения, вот. Да, я помню, я раньше в межсезон парился прям, ходишь как свинка, да, Мишка, а сейчас... Что не делаешь, уже вода так не задерживается. Да, если и хочешь, да. Ты, в принципе, можешь съесть гораздо больше, но ты теряешь легче жировую ткань. И, собственно, это не становится такой уже проблемой. То есть, как бы, как факт, допустим, особенно первые сушки, да, особенно, я помню там... Ну, там за первые два дня там плюс 20 килограмм, да? Да, 20 килограмм, ты думаешь, ёколом, что со мной произошло? Вообще, это обалдеваешь просто. Да. И мало кто из зрителей знает, и даже ты, наверное, не знаешь. Скорее всего, ты не знаешь, я тебе об этом не говорил. Я начал выступать из-за Алексея Лисукова, потому что я смотрел в 2009 году. 2009 это был Тюмень. А, Атлетика Альянс, ага. 2009. И вот с тех пор я решил, что я тоже хочу попробовать. Но ты мне говорил, еще в Египте, мы, да, помню, ага, были, да, как-то вместе. Мы просто недушно расслабились. Разоткровенничался. Просто недушно расслабился. Я бы, собственно, как бы прокомментировал как-нибудь или подбодрил бы Андрея, но, собственно, я прекрасно вижу, что с трицепсом у него полностью все в порядке, как бы. Тут даже нет комментариев. Ну что, заключительное упражнение нашей сегодняшней постсвадебной тренировки. Ну. Это брусья, имитация брусьев, да? Ну, здесь, наверное, важно обратить внимание на наклон корпуса, потому что да. Чем больше будет наклон корпуса, тем больше нагрузка будет смещаться в грудь. Совершенно верно, да. Но мы все-таки добиваем трицепс, поэтому стараемся держать. Прямо. Угу. Еще есть какие-то моменты, которые бы ты хотел сказать по выполнению? Вообще, в целом, да, когда вот планомерно работаешь, это амплитуда движения, потому что движение заключается, соответственно, чем выше ты согнешь руку в локте, тем больше амплитуда будет на трицепс, но нужно аккуратнее, соответственно, с плечевым суставом тоже. Лёх, глядя на все предыдущие упражнения, я сделал вывод, что ты набираешь вес до тех пор, пока до отметки, сколько набирается. Здесь же ты с каким весом работаешь обычно? А здесь, собственно, система не изменилась. Я, честно говоря, очень редко задействую этот тренажер, скажем, в режимном тренинге его вообще не использую, опять же, по причине того, что веса так много, что, собственно, мой вес тела, да, как бы, даже с учетом того, что я пристегиваюсь ремнем, просто он меня все равно поднимает. То есть нагрузка на целевую мышцу уже размытая, да? Ты приходится тебе нагрузку на ноги давать, напряжение. Ну, мне этот тренажер очень нравится, потому что у меня была определенная там микротравма в плечевом суставе, ты помнишь, еще год назад, наверное. Вот. И несмотря на то, что здесь, конечно, есть нагрузка неплохая на плечевой сустав, но тем не менее она гораздо меньше, чем на просто брусья. Да. Поэтому да. Это выход из ситуации для тех, у кого есть какие-то проблемы с плечевым суставом. Да, совершенно верно. Ну что, поехали? Лёш, вопросы из Инстаграма. Значит, очень много прошло вопросов по поводу питания. Вот, и я сейчас попытаюсь их все в один вопрос объединить, да? То есть тут из каких продуктов Алексей предпочитает получать сложные углеводы? Считает ли он калораж? И как он изменяется в день отдыха и в день тренировок? Вот давай немножко про питание. Сколько раз в день ешь и что-нибудь такое? Да, ну, как бы, я думаю, это, в принципе, будет стандартно, да, уже, как и многие спортсмены, у меня приемов пищи примерно 7 на день, это без учета спортивных добавок, вот, спортивных добавок приема 3, стандартно. А углеводы по отношению к белку в межсезон, перед соревновательный период? Ну, как бы, соотношение у белки и углеводы, как бы, у меня больше, как бы, идет, да, прием 2,5 грамма белка на килограмм веса тела. Углеводы примерно в межсезонье я не веду контроль четкий,
больше это как бы преподносится самочувствием, да, просто имеется в виду, что всегда перед тренировкой идет большая часть. С самого утра, да, как бы 2-3 приема перед тренировкой идет, и они, конечно, имеют большее количество углеводов. Преимущественно, конечно, сложные. То есть в плане как бы злаковых культур, да, как бы картофель. А что из любимого такого вот есть? Какое-то любимое блюдо? Ну, соответственно, из того, что можно на диете. Да я вообще обожаю пищу. Неважно, да? Да, неважно чем. Вот, ну, скажем... Да действительно, это так и на самом деле. Не, у меня это тоже так. Я просто думаю, может, у тебя не так. В общем, еда – это круто. Бодибилдинг как бизнес оправдывает свои средства. Вот я с тобой хотел поговорить на эту тему, может, больше ее раскрыть, да? Вот как ты считаешь, вот, ну, многие пишут, даже новички сначала, вот смогу ли я зарабатывать? Вот, мне кажется, им об этом слишком рано думать. Вот твое мнение. С точки зрения зарабатывания денег, это как ты к этому относишься? Скажем так, зарабатывают на бодибилдинге, корректнее всего сказать, наверное, спортсмены, которые занимаются им профессионально, да, либо люди, которые действительно одаренные и перспективные, и в принципе, как бы, они могут правильно его преподать. Угу. То есть, скажем, это медийные люди, но в основном это профессионалы. То есть люди, которые выходят, которые имеют контракты, соответственно, имеют определенные, как бы, уже, да, спонсорские контракты, и это становится их работой. Ну, сначала нужно лет 5, а то и 10 вложить, чтобы потом собирать, да? Это однозначно. Да, даже, скажем, это в любом виде спорта. Да, то есть это не только бодибилдинг. Это я к тому, что меня лично смешит такое отношение некоторых спортсменов, да, там. То есть я перспективный, я ем, я очень хорошо набираю. Вот, ищу себе спонсора. Никто, конечно, тебя не будет спонсировать с нуля, да? Ты сначала должен что-то из себя представлять, потом уже... Да, если говорить вообще в целом, как бы, о наших путях, разве нас кто-то сначала... Нет, нас сначала спонсировали, мы сами. Собственно, как бы, я думаю, что... И вообще, ты знаешь, сейчас, как бы, в связи с вот этим взрывом в медиа, да, все думают, что это какой-то заработок, да? Но на самом деле мы-то, когда начинали, мы это совсем не про это думали, да? Да, это было только спортивный какой-то азарт. Да, тем более, это спортивный азарт. Просто это... Ну, по крайней мере, я вообще не думал, что я на этом буду зарабатывать. Да я думаю, вообще ты, когда приходишь в тренажерный зал, ты не думаешь, так, блин, мне придется качаться. Это, конечно, я не люблю дело. Работа моя, да? Ну, заработок будет приличный. Алексей, кто для вас идеал в истории бодибилдинга? На кого вы равняетесь? А, скажем, даже с начала своей карьеры, когда я начал заниматься бодибилдингом, я, в принципе, даже не знал, что бодибилдинг существует. Мне просто нравилось качаться. Mm-hmm. То есть это как-то возникло из карате, да, вот такая тема. И, в принципе, как таковых, как бы, тематик именно кумиров. Mm-hmm. Ну, может, не обязательно кумир, да, прям вот идеал, а стремишься, да, ты вот, может, выстроить также карьеру, может, еще что-то, да? Может, не только с точки зрения тела, да? А с точки зрения вообще? Скажем так, есть определенный круг лиц, которых я уважаю. Уважаю в плане того, что я понимаю, каких трудов им стоило, да, как бы эта жизнь, которую они идут, как бы. Любой человек, получивший про-карту в бодибилдинге, тем более выступающий на Олимпе, это уже огромный путь. Да. И люди просто не представляют, да? Это не передать словами, что эти люди как бы делают на протяжении всей своей жизни, потому что это длительный путь, да, как бы связанный с многими преградами, и как бы любого человека, выступившего на Олимпе, на про-турнире, как бы, который уже занимается с ним больше 20 лет. Люди занимаются больше 20 лет тем делом, да, который... Одним делом. Одним делом, да, собственно. Это уже вызывает... Да, до которой ты должен целый день, ну, как бы каждый день приходить в зал, это очень тяжело. А, такой вопрос, как восстановиться после болезни? А то массу слил, ничего есть не мог. Вот расскажи, когда заболеваешь, во время болезни, восстановление, как совмещать тренинг и питание? Да, но если, скажем так, мы просто возьмем, к примеру, болезнь ОРЗ обычная, да, там, ну, или как бы вирусно-респираторное заболевание, да, ты проболел, скажем, примерно неделю-два, да, тебе пришлось восстанавливать иммунитет. Скажем, представим любую болезнь, почему вы теряете лишние килограммы, потому что организм, это все идет на теплообмен.
То есть фактически как бы вы теряете очень много воды, очень много и жировой ткани в том числе. Вы не едите, вы теряете очень много питательных веществ, вымывается кальций из костей. То есть потерянный вес – это совокупность всех тканей вашего организма, не только мышечной массы. Упадок сил, опять же таки, на тренировках происходит, потому что не потому что вы потеряли очень много мышечной массы, просто она не в тонусе, это в первом, а во вторую очередь нервная система не наладила еще свои контакты, как бы, то есть проводниковые. Ну, а как ты советуешь, вот при первых позывах, да, когда ты приходишь в зал, чувствуешь, у тебя горло болит, там сопли появляются, стоит заниматься? Если стоит, то до отказа, не до отказа? Если это касается человека, который не стремится к соревнованиям, ну, либо он выступает любительски, да, лучше придержать коней, как бы, да, использовать какие-то иммуномодуляторы, соответственно, ну, то есть, соответственно, по мере болезни. Помимо какой, да? иммуномодуляторов, есть еще какие-то средства? Это понижение в жизни стресса, да, опять же, тренировочного стресса. Отдых больше, да, наверное? Да, конечно, это больше отдых, соответственно, как бы, скажем так, универсальное средство – это прием большой дозы витамина С, да, помимо иммуномодуляторов. То есть зависит, конечно, от специфики болезни. ОРЗ, большое ОРВИ. Большое количество жидкости. Да, больше количество жидкости, как прописывают в Евросоюзе все время. У них же нет антибиотиков в свободных продажах. Просто назначение витаминной терапии и больше количество жидкости. Вот. Профессионалам тут немного с другой стороны уже приходится выбирать. Если у вас нет температуры, да, вы должны максимально перестраховаться, максимально как бы свой иммунитет повысить или стимулировать, чтобы этот процесс пошел, и просто регулировать по мере температуры. То есть вы должны и продолжать тренироваться, и смотреть, чтобы болезнь не развивалась. Если вы знаете уже, ну, конечно же, вы знаете свой иммунитет более детально, если вы чувствуете, что вам все равно кирдык придет, тогда, конечно, лучше воздержаться. Алексей, как скорректировать свои тренировки, если грудь отстает? Вот мы немножко обсудили, да, про частоту тренинга. Ну давай более детально, вот, к примеру, грудь отстает, твои советы вот, четко, может быть, по дням недели или по упражнениям, что бы ты посоветовал? Ну, скажем так, по крайней мере, все равно фактически один раз в неделю, а по поводу, допустим, нечувствительности мышцы. Тоже много вопросов. Да, в первую очередь человек не чувствует группу мышц, потому что она не в тонусе. Вот, допустим, если приходит клиент, и вы начинаете тренироваться, и даже технические упражнения простое, иногда они даже не чувствуют эти мышцы, даже если они работают 100%. То есть, в первую очередь, нужно заложить какую-то определенную программу, дать ей развиться хотя бы на 4 недели. То есть, выполнять определенный тренинг 4 недели и почувствовать, данный тренинг подходит на работу. То есть, приходит ли мышца в тонус данная, да, грудная, скажем. Если нет квалифицированного тренера, который мог бы задать вам ту технику, при которой у вас будет работать грудь. Второй принцип – это тренажеры. То есть просто тренажеры, инженеры стараются сделать тренажер так, чтобы его траектория максимально задействовала данную группу мышц. Да, тогда проще тренажеры. Но опять же, по факту, вот разведение гантелей, жима гантелей, жим штанги, все-таки это должен быть квалифицированный тренер, потому что который скажет вам, какая техника вам подойдет четко. Потому что многие делают движения, действительно, они как бы сутулят грудь, грудь не выходит вверх, не смыкаются лопатки. Многие говорят, надо сомкнуть лопатки. Они должны автоматически прибегать к этому. Да-да-да, это не показатель, да, это не работы показатель груди. Да. Многие думают, надо смыкать лопатки, делают упражнение, но оно фактически не идет на грудную клетку. Лёш, ну очень много в связи с последними событиями поздравлений. Вот, очень и приятно. Прямо вот такие пестрят вопросы про детей, да, поэтому я тебе все-таки его задам. Планируете ли вы детей? Я, как человек в этом деле не последний, хочу сказать, что советую. Это большое счастье, да. Как вообще вы думаете? В принципе, я за детей, я уже готов на самом деле к этому. Наталья не очень готова, потому что она постоянно, наверное, может, все видели в передачах, говорит, я хочу выступить хотя бы еще разок. И ей надо успокоиться, поэтому она готовится на весну. У нее сейчас диета. Я думаю, дети будут в ближайшем времени. Конечно же, опять же, вот ты на самом деле большой пример этому, что как бы профессиональная карьера бодибилдинга, да, выступления и рождение ребенка, ты хочешь, не хочешь, ты сделаешь перерыв. Ты сделаешь перерыв, потому что невозможно физически все успеть. Иначе это будет и там плохо, и в семейном плохо, плане, и, там, и да, в спортивной согласен. Карьере нехорошо. Поэтому я пытаюсь максимально подгадать момент, но с другой стороны, в принципе, так как я уже полностью психологически как бы не против этого, да, то есть, скажем так,
не то чтобы мы будем стремиться прямо вот на определенный срок загадывать ребенка, но если он получится, извините. Если вдруг, то извините, будем туда, да, будем очень рады. Ну дай бог. Три продукта питания, ежедневно входящие в рацион. То есть такой топ-3, да, которому ты никогда не изменяешь. Ну, они однозначно есть. Но в первую очередь это греча. Из белковых продуктов два продукта таких, я скажу даже. Это говядина, мясо и, конечно же, грудка. Но мясо почему предпочтение? Не потому, что как бы я очень любитель мяса. Оно содержит очень много карнозина, да, как бы, и, скажем так, достаточно много железа. Поэтому, да даже многих качков, которые занимаются в зале, иногда подтягивают прямо поесть мясных продуктов. Тяжелый продукт, его правильно надо готовить, правильно нужно употреблять определенное время, то есть не перед сном, да, конечно же, сложно перевариваться, да, но необходим, да, я считаю, необходим в рационе. Греча, мясо и грудка. Да. А торт там не твой лежит уже? Торт не мой, торт Петин вообще, ребят. Но вчера, вернее позавчера, был торт, то что надо. Ну, качковский, кстати, такой с фруктиками. С фруктиками, да. То есть как бы... С клубничкой, да, был? С клубничкой был. То есть как бы по факту. По факту, да. Алексей, были ли у вас проблемы с мотивацией к тренировкам? Возможно, какой-то неудачный старт, да, после которого ты приходил в зал и понимал, что, ну, хочу отдохнуть. Есть такое? Да, скажем, у меня вообще нет проблем с тренировками, потому что в первую очередь я делаю это не для соревнования, а для себя. То есть да любому человеку, даже вот любому атлету, который занимается, да, давно, вот скажем, если я скажу тебе, ты исключен из федерации, ни в какую федерацию не войдешь, все, да? В любой клуб не пойдешь, вообще тебе все дороги обрезаны, ты скажешь, ну и что, я буду просто так качаться. Это не останавливает. Причем здесь зал, как бы, да, и соревнования. Я все равно могу качаться, да я хочу качаться, я хочу так выглядеть просто. Поэтому нет, не было. Леш, последний вопрос, потому что уже пора подкрепиться, я думаю, нам. Затянули мы что-то уже съемочки. Вопрос по добавкам, да? Здесь как бы мы обычно обсуждаем топ-5. Ну ты расскажи, как в течение дня принимаешь добавки, да? Потому что я знаю, что ты уделяешь этому большое внимание. Это сюда входят и витамины, и минералы. Немножко расскажи про это. Именно конкретно про мой комплекс, потому что это займет еще полтора часа примерно. Или, в принципе, основу, базу такую, чтобы... В целом, да. Да, скажем так, я не любитель, вот, скажем, таких вот, знаешь, реклам, которые вот вам нужны и креатин, и отдельно витаминно-минеральный комплекс, здесь вот пошел протеин, здесь еще один коллагенер, и также БЦА. Я как бы этого не любитель. Я всегда, допустим, даже на семинарах говорю, ребят, самое основное... В принципе, что у вас должно быть? Это база такое. Это интересно. Если общий витаминно-минеральный комплекс, это неплохо. Проблема всех витаминно-минеральных комплексов, они хреново усваиваются. Все, неважно, какой фирмы, какого качества. В одну все подряд. Да, даже там бывают там липосомные капсулы, якобы там что растворяются, да, периодически. Нет, все равно, да, имеют свои антагонисты витамины, как бы нет. То есть основные это группы витамины группы В, минералы, в основном катион, калий, натрий, магний, это основные. Соответственно, как бы и кальций, и магний, это в основном это такие группы идут, парные называются. Ты их пьешь в разное время? Я их пью в разное время, да. В основном как бы всегда витамины группы В идут в первой половине дня и на ночь. Кальций с магнием я пью чаще всего на ночь, особенно магний в отдельности. Вот, кальций идет в рационе, в принципе, он периодически, на протяжении дня, не суть важно. Калий, всегда в рационе калия, в принципе, любого спортсмена, он и так, все продукты, которые мы едем, обогащены калием, но, тем не менее, всегда после тренировки больше количество калия. Я видел, ты сегодня ел бананы, это, кстати, отличная тема, просто отличная тема. Вот в целом. А перед тренировкой есть что-то такое, что ты обязательно перед тренировкой используешь? Перед тренировкой все время как бы нет. Продукты богатые калием, да, действительно так. В принципе, это всегда необходимо. По поводу что-то конкретно такого там из минералов, нет. В межсезонье их всегда хватает достаточно. Имеется в виду, который поддерживает основной водно-солевой баланс. Это натрий и хлор, в первую очередь натрий. Вот, как бы. Их всегда хватает. Ну, витамины и минералы немножко разобрались. Да. Протеины? Еще и спортпита. Протеин. Стандартная тема. После тренировки, правильно.
на ночь. Да, более длинные формы или мицелляры. Еще что-то есть? Отдельные БАДы, скажем, не во всех они БАДах, конечно, есть. Производит, конечно, ПИК, есть такой у них БАД. Но в целом, как бы, да, есть такие БАДы, защищающие и улучшающие функцию печени, потому что мало людей знают, что 50% белка ваших мышц синтезируется именно в этом как бы органе. Да, это не зависит ни от какой-то там напридуманной, да, химии там и так далее. Это просто большое количество белка порождает некое напряжение, да, и некую стрессовую работу печени. Конечно, да, выведение метаболитов, токсинов, отток желчи, холестерина. Это все обработка печени идет, если она функционирует хорошо. То есть какие-то гепопротекторы на постоянной основе? Обязательно. Что еще? Это, скажем, доп такие, да, уже для продвинутых. После тяжелых тренировок обязательно я всегда пью. Почему я так, может быть, молодо и выгляжу? Это антиоксидантные комплексы. Все-таки тренировка, особенно с большими весами, выматывающая тренировка, приводит к сильному ацидозу крови. Много свободных радикалов, окисляющих холестерин, образуется атеросклероз, как бы, да, много метаболитов в целом выделяется. Да? Угу. Вот обычному человеку, там, который знает только аптеку рядом из антиоксидантов, можешь что-то посоветовать такое, чтобы. Понятное дело, никто не будет заморачиваться, наверное, связываться с ПИКом, да, чтобы ему заказали эту одну банку. Вот как в обычных условиях? Аптечные, в первую очередь, антиоксиданты входят. Это очень мощный антиоксидант из витаминов. Витамины группы В, витамин С и витамин Е. Особенно витамин Е, жирорастворимый витамин. Конечно, их не комбинируют с водорастворимыми в один прием. Но, тем не менее, витамин Е как бы отдельно, как продукт, должен идти. Очень мощный антиоксидант. С какой периодичностью, допустим, витамины группы Е и витамины группы С, В ты советуешь? Водорастворимые витамины ежедневно, конечно же, они вымываются очень быстро. Витамин Е курсом периодически в течение месяца-два он накапливается в подкожной жировой клетчатке и, в принципе, может как бы... Да, наши запасы хватает у человека свыше 100 килограмм на протяжении года даже. Поэтому хороший витамин, дозировки витамина. Секрет молодости Алексея Лисукова раскрыт. Да, мы немного приоткрыли занавес, как бы примерно на 3% сейчас, Андрей. Лёх, ну спасибо тебе огромное. Было очень приятно позаниматься. И вообще, пусть таких дней будет больше. Да, взаимно. Спасибо большое. Аба! Спасибо. Вот, собственно, и завершилась у нас сегодня тренировка с Андреем в клубе «Алмаз». Было очень приятно провести в первую очередь ее с Андреем, потому что таких моментов у нас бывает до раз в жизни. На данный момент сегодня полноценно мы потренировались, постарались ответить на все ваши вопросы, которые вы нам прислали. Конечно, их было очень много, но, скажем так, мы зацепили те важные вопросы, которые... В первую очередь Андрей считает интересными для вас. Ну и, собственно, как бы думаем, что эта информация будет очень полезна для вас и, соответственно, даст почву для размышления, что действительно настоящий бодибилдинг – это немного более глубокая тема, чем таковая она является. Всем спасибо. Ребят, всем привет. Андрей прибыл ко мне. Блин, давай заново. Ехали? Лёш, ну я так понимаю, что основное преимущество блоков, еще раз, забыл глагол. Поехали? Лёх, хочу проговорить. Фу, не хочу. А, давай я тебе задам вопрос, и ты скажешь. Поехали? Да. Ты держишь за ручку, начинай. Еще раз, так, я тебе скажу, ты сказал и сразу начинай, ладно? Так, чтобы не было тупника, что ты закончил и мы стоим тупим. Ну ты меня спрашиваешь, я сразу сказал какой-то краткий. Да, и пошел, да, то есть это как бы между разговором. Да. Ну что там? Вот сейчас, почитаем. Сколько у нас там комментариев? Угу. Слушай, я боюсь выходить, потому что все собьется, я что-то не ставлю. Ну и последний раз, когда я смотрел, было уже 288. Не, я уже 315 видел. А, да? Ладно, поехали. Едем, да? Да, да. Когда Олимпию возьмешь? Хороший вопрос, я сам бы себе задал его. Вот, а здесь мы можем немножко варьировать, да, времени. Еще как времени, вот здесь стоп. И поехали? Да. Она задает определенную, то есть точно...
таковая она является. Всем спасибо. Было очень приятно провести. Что там еще? Надо закончить концовку, да? Классно. В принципе, можно на всем спасибо закончить. Да.